Мне здесь Польша понравилась. Обожаю большие круги. Все здорово. Несмотря на погоду. Ну, еще хочу зайти в хоккейный корт за линию уюта. Здесь можно попить чай. Волонтеры угощают чаем с праздничных стаканчиков. Стою. Я просто бежала к краю. На хоккейный корт, где я, как раз с горячим чаем. Суп. Какие-то игры. Игра с снежками. На первое игровое поле. На второе игровое поле готовятся команды Арктика и Уно. Щиты прячутся. А я продолжаю пить горячий чай. Красиво, Никит, красиво. Сейчас посмотрим. Очень азартная игра. Пустой сил! Слева единица, осторожно! Хорошо, туда еще, еще! Тренер. Хорошо! Нет, я отдался больше слева! Все, уйду! Иду! Просто пришел! Пойдем за другую команду еще поболеем. Снежный бой. Смешные бои. У нас есть даже темнокожие участники. И заодно увидели хоккейный корт. Мы все покидаем. Сколько тут? Приезжих. Уважаемые игроки, просим вас сохранить ваши места в атаке, а защитные забрала в отпущены. Мы приглашаем на первое игровое поле команды «Бойс» и «Игроки», готовьте команды. Возвращаюсь назад спортивных мероприятий. Так снежку еще подваливает, так что лыжные соревнования можно продолжать.